полог. Вот у нас полог стоит. Есть скамеечка. Выдвижная, выдвижная. Кстати, в полу трап, естественно. Эта скамеечка выдвигается, и по ней можно забираться на полог. Высота, трудно сказать, но так навскидку, наверное, высота сантиметров 60, а здесь, наверное, 1,20 м второй полог. Доска, скорее всего, абаш, скорее всего, но тоже она так не скажешь, на. И, во всяком случае, я не могу сказать точно. И вот сделан полог. И здесь около стены еще спинка такая, доски. Чтобы не пачкать вагонку стены, наверное. Вот. Очень мне нравится вот это вот перила. Вот эти перила. Фирмы делают, чтобы можно было ставить ноги. А может быть, их вот так класть, и тогда пар будет как раз греть ноги. Вот эта вот перица очень хорошо сделана. Вот так это выглядит. Это и защита получается от печки. Ну и можно ставить ноги. Это собрано. Здесь к стене крепится. Фины используют саморезы в основном со звездочкой. Очень часто я вижу. Все-таки они лучше, видимо, вкручиваются, чем с крестовым шлицом, который больше распространен в России. Непонятно, для чего вот эта вот колобашка прикручена. Но, возможно, что для того, для защиты, чтобы совсем не снесли эту загородку ногами. Может быть, так. Так, а как у нас держатся полки? Здесь мы видим, что бруски, на, скорее всего, или на анкерах, или на дюбелях. Вот у нас на болты поставлены, прикручены к стенам. Бруски где-то 50-ка. В них сделаны вырезы. И поставлены вообще оцинкованные трубы. Финские какие-то. И вот эти оцинкованные трубы с сороковкой, я так думаю, по диаметру. И на них уже установлен сам настил. И что интересно, настил съемный. То есть его можно поднять, унести, мыть, чистить, заменять. А нижний ярус сделан также. Да, совершенно верно, тоже бруски. Тоже стоят трубы. На трубах этот настил съемный, но из-за того, что перила прикреплены здесь к стене, вот из-за этого этот настил снять не получится так просто. Нужно будет откручивать саморез хотя бы один. Но там в этой части не закреплено. Хотя, может, и планировалось, не знаю. Вот так вот устроены полки в этой сауне. От стены до стены. Вот так делают финны.